Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами протестируем шуруповерт сайта Banggood и еще два полезных инструмента. Все это дело пришло мне большой посылочкой. Шуруповерт у нас в такой коробке. И кобура для шуруповерта. И такой наручный браслет для мелких деталей. Вот наш сам шуруповертик. Шуруповерт фирмы Hilda. 16,8 вольта у нас батарея. Литий-ионная. Вместимость 2000 мАч. Также в комплекте с шуруповертом у нас идет вторая батарея. Китайская зарядка с вилочкой. Заряжает она у нас вот так. Мы сюда впихаем наш разъем для зарядки, ну и, соответственно, в вилку. Так, дальше. У нас вот такой размагничиваль-намагничиваль. Размагничиватель-намагничиватель. Ну, короче, тут он намагничивает предмет, и тут он размагничивает. Как-то так. Но это еще не все. В комплекте с шуруповертом у нас и шел вот такой вот гибкий вал, чтобы закручивать... Ну, там, что мы хотим в разных труднодоступных местах. Потом вот такие шестигранные головки размерами от 5 до 13 мм. Вот такой набор бит. Ну, в разных разнообразных. Переходник для этих бит. Что хочу заметить, переходник очень хорошо намагничен. Прям очень-очень хорошо намагничен. И еще вот такая спаренная бита, я не знаю, как она точно называется, под фигурную отвертку и под плоскую. Еще в комплекте у нас идет 4 сверла. Одно сверло упало. Одно сверло для работы по плитке. Данные 3 сверла диаметром 6 мм, 5 мм, ну и маленькие, наверное, 2,5 мм, очень плохо видно. Сверла у нас китайские, опять же, из стали HSS. Я их тестировал на стали 10 мм. Эти два сверла у меня не справились, не смогли просверлить. Хочу заметить, сталь была советская и хорошо покрашенная. Вот. А вот это сверло очень даже хорошо справилось, очень качественно просверлило, очень быстро. Но это все мы далее увидим в тесте. Еще мы с вами посмотрим сегодня на вот такую кобуру для шуруповерта. Как раз мы сейчас ее посмотрим. Вот так оно у нас все будет смотреться. И вот такой магнитный напульсник, как его можно назвать, для мелких инструментов. У нас здесь находится два магнита, и можно прикрепить разные мелкие детали. Сверла, ну или что-то может другое. На самом деле очень удобная штука. И при своем тестировании шуруповерта, вы это увидите, очень удобно пользоваться ею, все под руками, любые шуруповерты или мелкие детали. Ну что, давайте посмотрим тест нашего шуруповерта поближе. Китайский 16-вольтный аккумуляторный шуруповерт фирмы Hilda на литий-ионном питании в хорошей комплектации с двумя аккумуляторами, двумя битами и пластиковым кейсом для хранения и переноски. Имеет две скорости для закручивания сверления, оснащен светодиодом подсветки рабочей зоны, а также индикацией заряда батареи. Поставляется шуруповерт в небольшом пластиковом кейсе. В комплекте, кроме самого шуруповерта, обнаружилась еще куча разных полезностей, таких как мануал и гарантийный талон на китайском языке, зарядное устройство база с китайской вилкой, но есть переходник, дополнительный аккумулятор, шестигранная головка, двухсторонняя отвертка для шуруповерта, сверла по металлу, 3 штуки 3, 5, 6 мм, одно сверло для керамической плитки, гибкий вал, 10 разнообразных отверток бит в резиновом чехле, набор шестигранников от 5 до 13 мм с переходником и блок размагничиватель-намагничиватель.
Сначала я безуспешно пытался просверлить старый уголок толщиной 10 мм, сверлом на 6 мм, но, как видим, у меня ничего не получилось. Потом решил попробовать просверлить самым маленьким сверлом, вдруг получится. И да, сверло прошило уголок с легкостью, на что я, честно скажу, удивился. Далее сменил сверло на 5-миллиметровое, но тут опять у меня ничего не получилось. Не знаю, почему сверла большего диаметра не справились с металлом, а малое сверло вполне легко прошило уголок. Сверла на вид одинаковые, сделаны из стали HSS. Если кто знает, в чем может быть проблема, напишите в комментариях. Ну а сам шуруповерт справился с задачей на ура. Вы сами могли видеть на видео, так что выводы делайте сами. Ну что, давайте дальше тестить. Посмотрим, как наш шуруповерт на пару со сверлами справится со старым советским кирпичом и со сверлением в дереве. Нужно больше золота. Какое нафиг золото? Мы зачем сюда пришли? А, надо больше тестов. Карман для шуруповерта типа кобура, надежно фиксирует инструмент, предотвращая случайные выпадения. Имеет ремешок с застежкой, предохраняющий инструмент от выпадения из кобуры. Вот такой у нас сегодня обзорчик получился на этот мини-шуруповерт. Если вам он понравился и вы себе захотите купить, ссылочки я все оставлю в описании. Скажу так, мне он в принципе понравился, нареканий на него нет. И, ну правда, батарея немножко маленькая, 16,8. Но как для домашних работ, в принципе, вполне сгодится. Если вам понравился обзор и тест, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И всем пока! Пау-пау-пау. Да это что? Ха-х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 а